расскажи, а как мы успели на... Буквально еще пару секунд, и еще бы не успели бы на автобус до Ривьеры. Ну все, значит, я думаю, поедем удачно. Шнурки, больше шнурков купим. Да, побольше шнурков купим. О, наконец-то мы. Да, чтобы меня еще этот автобус, который меня довез, не задавил. Все, приехали. Знаем, куда идти, какие магазины, да. Когда мы были в последний раз? Мы были где-то, что, год назад, что ли? Наверное, уже год назад. Я уже смотрю какие-то тут стриновые магазины, надо посмотреть. Какой гламур. Мы идем к нашей любимой Бершке, да? Подожди, а что с Бершкой? Бершку закрыли, что ли? Все? На ремонте. Закончилась Бершка. А вот это вот. Да факт, я даже без понятия. Но на самом деле я-то рассчитывала на этот магазин. Тазары никогда не закроют. Еще есть какие-то тут вещи на распродаже. Да, юбка была 1300, стала 400. Но, честно говоря, она мне не за ту цену, не за эту не нравится. Топы всякие. Всякое блестящее. Веточка. Брюки, которые мне нравятся и сейчас стали снова в моде. Они здесь стоят сколько? 899 гривен. Да уж. Мне еще, кстати, подходит детский мир. Потому что можно здесь что-то найти. Ну, хоть что-то, что мне понравилось. Красный костюм. И такое что-то непонятное. Тебе что-то... Заблудились. Тебе что-то понравилось? Абсолютно, ни одна вещь. Мне тоже что-то вообще ничего не понравилось, чтобы даже прям вау. И что-то прям вот захотелось, то... Цены только понравились. Да. Космические. Цены космические. О, вон Страдивариус. Может, хоть там что-то найдется. Обратил внимание, что у них новый интерьер здесь. Они кое-что тут поменяли. Ну, красиво, неплохо. Как тебе? Ну, тоже что-то такое непонятное. То ли уже, наверное, все разобрали, то ли я не знаю, что происходит. Не выложили. Я думаю, мы сегодня очень быстро справимся. Да. Вроде столько всего, но не густо. Не густо. Ты говоришь, с 80-х мода возвращается. Это сейчас модно. Это то, что лежало на складе там лет 30. А теперь уже достали и выставили. Да, и выставили. Единственное, что мне нравится, это детский мир со всякими блесточками. Справились сегодня вообще рекордно быстро, за час все посмотрели. И, честно говоря, даже ничего и особо и не понравилось, чтобы расстроиться и захотеть снова вернуться купить. Да, то ли коллекции какие-то неудачные, то ли что вообще происходит. Ну, вообще просто ни о чем. О, моя последняя надежда в магазине, что я бы купила здесь. Ничего, ничего, пока не могу найти себе. Цены, конечно. Мы даже не купили шнурки. Шнурков даже не купили. Я не скоро купили. Да. Да, что-то все очень... не очень. Ну что, едем домой?